Привет, народ! Как часто мы видим неплохие вездеходы с точки зрения проходимости, обитаемости или компоновки? И как часто эти вездеходы имеют порой ужасный дизайн, уровня я его слепил, как видел. Рисовать не умею, и так сойдет. Нередко производители грешат тем, что, имея концепцию интересной машины, они совсем не уделяют внимания дизайну. Не имеют дизайнера в штате или не хотят оплачивать работу стороннего промышленного дизайнера. А ведь вездеход может быть не только хорошим и надежным, но еще и красивым. Покупатель часто приобретает картинку, а не технические характеристики вездехода. Давайте разберем это на примере вездехода «Лесник Геркулес». Отдать должное, производитель все больше уделяет внимание дизайну своих машин и делает это неплохо. Но всегда можно лучше, например, черпать вдохновение маленькому производителю можно, используя нейросети. Да, это не всегда просто и не бесплатно, но можно выбрать дизайн вашего вездехода еще до воплощения его в металле. Или прислать профессиональному дизайнеру понравившуюся картинку из нейросети и сказать «хочу максимально похоже», тем самым существенно сократив время поиска вдохновения. И он уже подгонит дизайн под возможности вашего производства формой и материалами. Конечно же, мы понимаем, что эти эскизы — лишь сырые наброски. Но и то, что мы видим, уже дает нам возможность выбрать что-то среди множества вариантов. Порой нейросеть дает идеи, которых нормальный мозг человека придумать не может. Их многообразие впечатляет, нам было достаточно трудно отобрать интересное, по нашему мнению, среди сотен вариантов. Не придирайтесь к нашим дизайнам в мелочах, мы лишь показываем, как может выглядеть один и тот же вездеход в разных дизайнах. Мы учим нашу нейросеть рисовать вездеходы лучше, и этот процесс происходит постоянно. Нейронные сети — это мощный инструмент, который революционизирует многие области нашей жизни. Они представляют собой мощный инструмент с широким спектром применений. Их способность обучаться на данных и выполнять сложные задачи делает их незаменимыми во многих областях человеческой деятельности. Надеемся, вам понравился формат этого видео. Пожалуйста, дайте нам знать об этом лайком или комментарием. У нас еще много планов на нашу нейросеть. Напишите, какой вездеход вы бы хотели видеть следующим. До новых встреч! Вездеходов должно быть много, и они должны быть разными.